Всем привет, я Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. И сегодня у меня в гостях трехкратная чемпионка мира по акробатическим танцам Ольга Остроухова. Олечка, привет. Привет. Рада тебя видеть. Я тоже. Что ты нам сегодня покажешь? Ну, сегодня я решила вам дать на подкачку спины, пресса и ягодицы, ног. Ложимся на спиночку. И прямые ножки поднимаем за голову и опускаем. Поднимаем прямые коленочки обязательно и аккуратно, медленно опускаем. И в последний разочек держим ноги прямые за головой, тянемся. И медленно-медленно опускаемся. Молодцы. Хорошо. Оль, какие стили и направления в танцах для тебя наиболее интересны? Ну, я очень люблю танцевать в стиле танцевальное шоу, диско-фристайл. Я также трехкратная чемпионка России по диско-фристайлу, победительница Кубка мира по диско-фристайлу, чемпионка России и Европы по джазу. Вот. Как бы вот эти в основном стили мне нравятся. И акробатические танцы, конечно. Молодец вообще. Давай еще дальше. Так, дальше мы продолжим на подкачку ягодиц, ног и в то же время растяжечка. Значит, давайте, наверное, вот так встанем. Ножку назад и мах в сторону делаем. Да, на носочек и в сторону. Молодцы. Прямая ножка. И другую можно чуть-чуть поделать. Хорошо, отлично. Давайте покачаем чуть-чуть прессик. Mm-hmm. Садимся сначала в лягушечку сильно. Потянем лягушечку. Ложимся на спинку. Ножки оставляем в лягушечке, ручки за голову. И качаем прессик. Молодцы. Отлично. А что для тебя сложнее, самой выступать, да, танцевать, или все-таки выступать в роли тренера? Ну, как бы сейчас я, конечно, мне уже больше нравится именно преподавать, самой тренировать. Ну, у меня был период, конечно, вот, когда я очень много работала сама, танцевала, училась постоянно. Сейчас я немножко выросла с этого момента, что уже как бы я уже сама хочу учить тому, что я знаю, чему меня научили, чему меня научил мой отец, служит тренер России по акробатике и гимнастике. Вот. И я хочу уже сама давать людям навыки, умения, знания. Хочешь вырасти тоже чемпионом по танцам? Ну да, у меня сейчас есть чемпионка мира среди юниоров по акробатическим танцам уже. Вот, в 11 лет она у меня уже стала. Ну, конечно, у меня дочке 3,5 года, хочу, чтобы она тоже у меня стала чемпионкой. Может быть, тоже Олимпийских игр. Здорово. Я тоже желаю твоей дочке успехов. Ну, спорте. Я хочу напоследочек пару трюков, как всегда, показать вам. Давай. Просто посмотреть можно. Фляг-шпагат называется. Браво. И еще вот другой продольный. Спасибо. Ой, спасибо тебе большое. Конечно, я так не умею. Вот. Желаю тебе удачи. Можно научиться. Вырастить хороших, достойных чемпионов нашей страны. Спасибо большое. Приходи к нам еще. Я буду рада. Смотрите нас на канале «Россия-2». Увидимся. Желаю вам заниматься акробатикой, гимнастикой и, конечно же, акробатическими танцами. Приходите ко мне на занятия.